Говорят, что женщина сама зачастую не знает, чего хочет. Наши корреспонденты решили выяснить, так ли это на самом деле, а также, насколько хорошо славянцы знают о желаниях своих любимых женщин, каких подарков ждут от своих любимых девушки и что готовы дарить своим дамам их сильные половины. Смотрите в следующем материале выпуска. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. В канун женского праздника представители сильной половины штурмуют цветочные рынки и думают, чем же удивить своих любимых. А чего хотят сами женщины на 8 марта, мы решили узнать. Я бы хотела, конечно, на 8 марта встретиться со своей семьей, чтобы поздравили моя семья. Ну и выйти, конечно, на праздник, посмотреть концерт. Я люблю цветы, чтобы в этот день мне дарили цветы. Можно даже просто, не знаю, открытку подарить, тоже приятно. Своими руками что-то сделать. Либо цветы тоже. Внимание, возможно, чтобы уделили хотя бы. Неожиданный сюрприз сделать, там, с праздником. Прям в кино там сходить тоже можно. Ну, либо просто, не знаю, поздравить со мной. Скорее всего, внимание по большей части, не так, как цена подарка, как сам факт того, что ты проявил внимание. А если ты внимательный человек, то там до этого праздника там говорит мать, вот там у меня закончилось что-то там, вот нужно. А, все, взял, все, понял, пришел, подарил. Все. Внимание и побольше цветов. Самое большое – это внимание. Да, внимание и, как говорится, улыбку, ласку, все это. И, конечно же, цветы, но я цветы не люблю рвать. Так что лучше такие цветы дарить, которые растут. Они долго лежат, то есть вот вырванные цветы, они через неделю выбрасываются, а эти сохраняются. Я думаю, каждая женщина желает получить хороший, красивый букет цветов. Это будет настолько вот приятно и всего-всего-всего будет, как говорится, вдоволь. Ну и, конечно, любви, большой, горячей, взаимопонимание. Цветы обычно. Ну, главное, наверное, чтобы была любовь. Я хочу хорошей погоды, но настроение хорошее у меня уже есть. Меня, наверное, обрадует любой подарок. Я обычно цветы, подарки. В основном любовь, ласку, я так думаю, больше всего.